мечта часто начинается со сказки. Приходит и во сне. Она зовет в большой мир, еще только открывает, но уже такой желанный. И вдруг похожая на мечту действительность. Ленинградские архитекторы, построившие санаторный лагерь «Солнышко», вторглись в одну из сложнейших областей педагогической науки, в область воспитания чувств, характера, интеллекта. День нынешний и глубокая старина. Здесь все рядом, все доступно, все настойчиво зовет на широкие просторы. И ярче разгорается детская мечта.